Христос воскрес, дорогие зрители! Хочу вот показать последствия мороза сегодняшнего, вот на Пасху. Посмотрите, вся актинидия померзла, вся абсолютно. Вот все листочки побила, все цветочки побила. Виноград мы закрывали, все закрывали, но это не спасло. Почему? Потому что было 5 градусов почти мороза. Вот. И никакие укрытия не помогли. Вот видите, что делается? Все висит соплями, извините за выражение. Вот, побило все. Все совершенно. Даже сливочки побило, вишню побило, ягоду. Все поколотило. Ничего в этом году из фруктов не будет. Ну, сказать, что мы прям совсем горюем. Да, жалко. Да, конечно, жалко. Это факт. Хотелось, конечно, урожая. Вот азимину побила всю совершенно. Посмотрите. Даже зародились у нее плодики. Зародились. Но что? Побила. Вот, почернело все. Все почернело, видите, листочки почернели. Вон актинидия везде побитая. Вот я специально подходила к вишне, к сливе, ягоду брала. Думаю, посмотреть же, может быть, хоть ягодка целенькая останется. Ну, сами листики, как видите, крепенькие. А ягоду побила. Может быть, какая там одиночная останется, если та, которая в самом низу. А всю верхнюю, вот, сейчас покажу даже. Вся ягодка, вот, видите, вся побитая. Вся совершенно почернела. Ну, еще не совсем почернела. Сейчас еще только у нас 10 час утра. Вот тебе здрасте. Чуть меня не убила, лопата моя. Короче говоря, та, которая... Ну, она все побьет и... Вот, побила даже эти грушки. Все поколотила. Вот, подходила к вишне я. Тут вот у меня она, правда, и пропадает сама по себе. Ну, просто она вот открытая здесь. Вишенка вся побитая тоже. Понятно, ничего не будет. Не знаю, вот смородина спасется, не спасется. Смородинка вроде ничего, целенькая. Может быть, хоть смородина будет. Ну, а все остальное фруктов не будет в этом году. Нет, все побито. Мороз был очень сильный, поэтому, конечно, если бы было хотя бы 1 градус, ну, может быть, и спасло бы хоть что-то. Вот я подходила вот к этим сливкам. Столько зародилось много сливок. Очень много зародилось. Но, увы, вот смотрите, видите? Вот что стало. Вот, вот, вот так берешь, а она вся вот водянистая стала. В общем, делов не будет. Не будет ничего, все побито. Я же говорю, единственное, что может быть низу какие-то там прикрыты, и то вряд ли. Все оно осыпется. Вот игрушки вот здесь. Все побито морозом. Все абсолютно. Ничего, в общем, не будет. Ну, вы знаете, я уже вам в прошлом видео, не в прошлом, а в этом же видео говорила вначале, что... У нас было уже так 6 лет, но это было давно, уже лет, наверное, 30 назад. Такое было, что 6 лет не было никакого урожая вообще. Каждый год, год в год, год в год. Как только май, все выбивало. Один раз даже картошка уже цвела. Вот, ну как ее прикрыть? Понятно, что никак. Побила всю картошку. Вот, не было тогда картофеля, знаю, вообще. Вот, так что у меня даже, ну вот не знаю, персички висят, а что с них будет. А грушки все поколошматило. Ну вот не знаю, может быть, какие тут... Оно ж видите, как идет мороз. Полосой, как правило, идет, да? Полосой, вот. И мы, как это, вот тут у меня, сейчас посмотрю, виноград накрыт теплой был тряпкой. Побила его или нет? Да, побила все, даже под такой тряпкой все побила. Весь виноград. Единственное, если, может быть, новые какие пойдут побеги, и на них будет. Вот, все было укрыто. Мы же старались, укрывали все, представляете?
Оно, ну все побило там, он все совершенно, вот видите эти побеги, все побито, ничего не осталось. Я проходила, смотрела специально, вот и вишню, вот эту черешню всю поколошматила. Вот видите, что делается, все побито, ничего не будет, вообще ягоды не будет, ничего. В том году не было и в этом году не будет, вот это уже второй год. Вот, все возвращается на круги своя. Иди, вот посмотри, Ром. Посмотрите, что делать. Все почерневшее. Все черное, все совершенно. Все черное. Понятно. О, все можно снимать. Есть что делается. Орех весь побило даже. Что там говорить? Понятно. Так что вот так. Ничего не будет. А вот укрывала огурцы. Огурцы баночками. Понимаешь, какое дело? Вот оно, ну вот это же они более плотное. Когда не касается, воздух есть в пространстве. Видишь, целое все. А когда вот у меня картошка была накрыта ведром. Вот касались ведра. Видишь, все побито. Вот такие дела. Да, ну ладно, что сделаешь, не повезло в этом году. Высококосный год еще добавок ко всему. Вот. Вот, не знаю, голубика. Голубика у меня тут. Голубика тут у меня, вот она. Побила, интересно, нет? Голубичку, но она только цветет. Еще не вся отцвела. Пионы целые, не побила их морозом. Тут вот даже тыкву я прикрывала. Тыквы эти же все прикрыты вот этими же. Посмотрите, все целое. Видите? Вот так. Вот эти вот. Вот этот только, не знаю, какой-то странный. Ну, может, отойдет. А так вроде целенькие все. Вот сейчас дыни, не знаю. Дыни же они вообще такие, типа, любивые. Ну, здесь нет, ничего, все нормально. Здесь целенькое все, ничего, ничего не побито. Все целенько под баночками. Ну вот, видите, а виноград все это пострадало. Потому что теплолюбивый. Да что эти тряпки, разве они спасли бы такое? Господи, никогда. Я ж не думала даже, что такое будет мороз. Вон, пожалуйста, что делается. Все побито. Снимать надо тряпки, но сегодня не буду. Сегодня праздник, завтра поснимаю все. Вот такие дела, понятно. Ничего, тут у меня такое было прям простыней замутано. Не знаю. Та тоже побила, вот. Ничего не осталось. Ничего. Короче говоря. Вот так один год у нас уже тут мы были, но я, правда, тогда не так делала. Уже и помидоры были большие. Я что делала? Я вокруг натягивала полиэтиленовую пленку вокруг, создавая такой климат, чтобы был микроклимат. Понятно? Вот, не знаю, землянику побила, не побила. Нет, цветочки даже целенькие. Ну, видите как, он опускался не на землю, а был в воздухе. На земле, наверное, и не было ничего. Все было вверху. Ну, что сделаешь? Ничего не сделаешь. Вот так, так вот. Киви жалко, киви я не прикрыла, и у меня все киви замерзло, все совершенно. Теперь не будет, даже побеги не будут расти, потому что даже побеги, видите, все. Ну вот там вот целенький, я смотрю, побег красненький. Вот, видите, два, может быть, они еще будут расти, они как-то целенькие остались. А это все побило. Но может, я уже думала, может, вот из этих, из деревянных, деревянистых, что-то пойдет расти. Ну а нет, придется все до самого низа срезать. И только то, что будет внизу, то будет целое. Понятно? Малина ничего, малина целая. Малина не боится. Не, если бы эти, как их, цветочки уже расцвели, их, конечно, побило бы. А так как землянику закрывали из-за того, что листочки, цветочки поколотят, и все, и не будет никакого урожая. Ну, вечером поснимаю все. Хотя еще передают на четверг у нас тоже похолодание.
Не знаю, ну укроем тогда эту земляника, это все больше ничего не даст. Вот там, правда, единственный виноград, может быть, он живой останется, потому что закутан вот был. Сейчас вот даже посмотрим. Вот таким, видите, укрывным материалом теплым. Сейчас вот посмотрим, он живой или не живой. Сейчас аж интересно мне. Вот тут тряпкой умотанный, а тут... Сейчас я размотаю. Видите, даже под таким теплым материалом все побито. Видите? Все позамерзало. Во. Вот так себе. Если уж под таким он, как говорится, не выжил, то уже... Что тут говорить, вот эти... Вот этих, то ясное дело, что она ничего не даст. Все надо снимать. Вот видите как, все время ж после 9 мая открывала. Уже после 9 мая редко бывает такое. Очень редко и вообще. Сколько раз открывала после 9, всегда все целое оставалось. В этом году ты посмотри, что делается. Вот сейчас там пойду посмотрю. Что там у меня? Виноград. Вот сейчас хочу прямо уж посмотреть, почему ж так. Смотрите. Вот неприкрытый виноград целый. Видите? А рядом прикрытый, весь побитый. Не, ну не весь. Тут вот есть целенькие остались. Вот полоса. Полоса шла, как полосой захватила. Вот и все. Вот так тебе. Спасибо, ежевику не выбивает. Холод. Все остальное боится. Видите как? Не знаю, что с абрикосами. Побила их, нет. Они уже большие, конечно, бушенькие. Может, целые останутся. Вот будем пользоваться тем, что есть. Яблони в этом году не цвели совсем. Так что их не было бы 100%. Вот, персики, даже листочки кое-какие побила. А уж, наверное, ягоду тем более. Вот молоденькие листики, видите, пообвисали. О. Что это? Все накрывали, старались, а оно... Ничего, но это не спасает, как правило. Вот интересно, тут вишня, тут повыше. Мы в низине живем, поэтому у нас все колотит всегда. Вот. Чуть не упала, что-то подскользнулось, что-то. Что тут вишня, интересно. Наверху будет что или не будет что. Не, и тут побито, но не вся, правда. Есть и целенькие. Ну вот, пожалуйста. Все побито, черненькие, видите. Не будет, может, какая-какая там... Указание такое. Ну ладно, что ж поделаешь. Ничего, друзья, не сделаешь. Хоть теперь, что хочешь, хоть стреляйся, хоть маши руками, ногами, чем угодно. Ничего это не спасет. Вот тут вроде и не поднятый был виноград. Ну вот под этим, пожалуй, спасся. Вот под этим один. Может, целый будет. Один единственный. Так что вот такие, друзья, дела. Понятно? Вот тут что-то подскользнулось. Чуть не убилось. Вот так старались, укрывали, укрывали. И все померзло. Все. Пока лошматила. Интересно, вот у меня здесь же жимолость еще. Как она? Не побила ее. Да вроде нет. Значит, устойчивая она к морозам, видите? Целая ягодка, ничего. Все нормально. Угу, нормально. И уже спеть начала. Ну вот и все, что осталось. Овощи, как видите, целые. Ну, овощи. Эти так выдерживают до 10, наверное, морозов. Особенно лук там и все. Вот. Ну, я думаю... Побила хоть вредителей, которые повылазили наружу. А может, они попрятались, они шумные. Вот видите, все поколошматило. Весь виноград, сколько укрывали, старались. Не, вот тут кое-какие, может быть, еще и будут. Вон, не весь побила.
Ну, что-нибудь нашкребем так на компотик. И покушать ягодку какую. А все остальное. Вот, жалко, конечно, черешню. Черешню побила всю. Всю, вот даже. Посмотрите, что делается, видите? О, а висит это, стекляшки. Стекляшки висят. Вот, неукрытый был, посмотрите. Вы видите, что делается? Вот, неукрытый. То есть, не... а это вот рядом замерз. Вот оно, видите, как полосой прошло. И все. Где-то захватило, где-то не захватило. И все. Ну, огурчики вроде целенькие. Вот этот какой-то мне не нравится, как поникший стоит. Этот вот хорошо. Вот видите как. Где-то ничего, где-то... Ой, господи, это ж просто жуть какая-то. Это целенький вот. Ну, у меня там много огурцов. Вот этот замерз. Видите, что делается. Какие померзли, какие целые. Подсаживать будем. Ну ладно, друзья, вот я хотела показать, что у нас получилось после мороза. Не заморозка, учтите, а именно мороза. Мурая, ты-то там лежишь, отдыхаешь, чужая кошка. У меня тут все чужие, мои лазят все по огороду. Вот такие, друзья, дела. Ну ладно, на этом все, что я хотела показать. До свидания. Удачи вам.